В летнее время многие забайкальцы спасаются от жары арбузами. Однако они таят в себе немало опасностей. Это связано с недобросовестным выращиванием, неправильным хранением и нарушением правил реализации. За полгода в Краевой Роспотребнадзор жалобами на качество арбузов обратились около 30 забайкальцев. Пробы показали, содержание нитратов в норме. Но, по словам специалистов, большинство сегодняшних арбузов везутся из Китая, где нередко используют дополнительные подкормки для быстрого созревания этих гигантских ягод. При таком выращивании нитраты скапливаются ближе к зеленой корке. При долгом хранении они преобразуются в нитриты, а они могут привести даже к онкологическим заболеваниям. Также покупателям необходимо обращать внимание на условия реализации арбузов. Они не должны продаваться с земли, об этом мы говорим каждый год. И, конечно же, ни в коем случае не покупать надрезанные арбузы. Это запрещено санитарными правилами. Если видите где-то такую реализацию, лучше обойти и не делать надрезы треугольные, как продавцы предлагают на спелость, потому что это тоже запрещено. Арбузы грязные, все это внутрь попадает, быстро размножается и чревато какими-то отравлениями. Эксперты советуют покупать арбузы в конце августа или в сентябре. Именно в это время они дозревают в естественных условиях без дополнительных удобрений.